Белорусско-литовская выставка проходит год 20-летия установления дипломатических связей Литвы и Беларуси. Но, честно говоря, мы специально этого не делали, так получилось. Вот. Мы, когда я говорю «мы», за этим стоит много людей. Вначале, вот, да, мне пришла идея о лесной выставке, а потом ее подхватили и развили так интересно другие люди, литовские, белорусские, что я бы даже не называла себя куратором на самом деле. Я не могу не признаться вам, что первым названием этой выставки было не название «Корни», я все-таки скажу это. Она должна была бы называться, мне кажется, «Белорусские Литва, лесные сестры». Но поскольку эта тема глубокая, сложная, то, может быть, мы перейдем к этому вопросу дальше. Вот. А сегодня, наверное, самое важное для нас – это встреча. Это встреча на белорусской земле, белорусские зрители, прежде всего, с литовскими художниками, с их работами, потому что очень давно не было хорошей большой выставки из Литвы у нас здесь. За последние 20 лет многие связи ослабли, бывшие прежде, и, мне кажется, вот это начало их укрепления в дальнейшем. И именно сейчас очень удобно, наверное, об этом поговорить, и скажут наши гости литовские об этом, потому что у нас в гостях и председатель Союза художников Литвы, и председатель секции живописи Союза художников Литвы, и художники, естественно, которые в этом союзе состоят, искусствоведы, вот как раз Саоль Пенин, кроме того, что организатор прекрасных культурных мероприятий в городе Витязь, он еще и коллега. И здесь он скорее как коллега, да, как человек, который просто может говорить о литовском искусстве. Я не буду много занимать времени, мне хотелось бы дать слово нескольким нашим соавторам этого проекта и тем, кто помогал. Скажу только, что это точно не конец. Нам бы очень хотелось сделать каталог, куда бы вошли художники, которые не поместились в выставку. Тема леса, она ведь еще исторически в Беларуси очень сильно развита, например, в искусстве советского периода, скажем, это лесная тема партизанская, там одним этим можно было бы заполнить целый зал и больше. Вот. Ну, и не буду углубляться дальше, этого действительно много. Вот. Тогда я бы хотела дать слово, прежде всего, моей первой и главной коллеге, это Довеле Томпута, директору галереи «Арка», галереи «Союза художников», а потом уже выступит Евгений. Так уж часто приходится. Мы в маленькой группе литовских художников ехать вместе. И нам посчастливилось это сделать прежде всего благодаря Екатерине Татьяне, потом благодаря белорусскому посольству в Вильнюсе. И наша дружба, наше сотрудничество началось уже 3 года назад, когда-то очень прозвучавшей выставки «Белорусские художники» которые курировала тоже Татьяна, которая происходила в рамках большого такого события, большого года «Вильнюс, столица культуры 2009». И после этого, конечно, Татьяна зачастила посещать, заходить к нам, когда была в Вильнюсе. И мы долго думали, как это продолжить, чтобы это было двусторонне и обоюдно. И вот Татьяна уже рассказала, как наш лес и лесные сестры переросли в корни. И я надеюсь, что от корней потом в ствол, потом в ветки, потом в листья у нас еще очень длинная дорога осуществления наших художественных планов. Тем более, что наша такая вначале как будто политическое двухстороннее потом сотрудничество в сфере культуры переросла в более-менее дружбу между кураторами и, как сказать, еще очень близкую дружбу. Извините, мой русский язык не такой хороший, я, может быть, одно слово скажу не так, как нужно. Но мне радостно, что и корни развиваются в дерево, и наши такие официальные связи развелись уже в личные связи. И я думаю, что если мы будем держаться на этой тропинке, наше дерево вырастет, укрепится и даст большие, разноцветные, и я думаю, такие плоды, которые будут ценимы и в Литве, и в Беларуси. Этот год особенный. Он
нас 30 декабря исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений как независимых суверенных государств Белоруссии и Литвы. У нас в этом году прекрасные итоги экономического сотрудничества. И если вы понимаете, что экономика должна создавать условия для гуманитарной деятельности, для сферы, это очень важная составляющая. И хочу сказать, мы получим в этом году примерно торговлю $1.5 миллиарда. Такого уровня не было ни в одном году за 20 лет. И я хочу сказать, что мы имеем хорошие инвестиции из Литвы в Беларусь, в Белоруссии в Литву, которые будут равны примерно 100-150 миллионов долларов. И услуги, которые позволяют нам сотрудничать в такой важной сфере, как транзит грузовых товаров. И в этом году Беларусь направит в Латвийский порт примерно 13,5 миллионов тонн грузов. Символичное название выставки в Корне. Символично то, что эта выставка открывается в год 20-летия установления дипломатических отношений. И действительно между городом Минском, между Минским городским исполнительным комитетом и городским самоуправлением подписана была программа, которая истекает в этом году, в рамках которой прошло очень много ярких и интересных мероприятий. Что хорошо церемониймейстеру во время такого мероприятия? Он может быть неофициален. И даже не откликнуться на дружественную просьбу модератора открыть его. Потому что мы еще поговорим между собой. Мы услышали экселленцию, услышали вас, но мы имеем еще одно официальное лицо. Хочу поздравить вас всех от Союза художников Литвы с открытием совместной выставки литовских и белорусских художников. Наши страны разные, говорим по разным языкам, но нам всем понятен художественный язык. Язык живописи, графики, скульптуры, язык фотографии, язык дизайна. Надеюсь, что эта выставка не последняя, а только начало этой пути, когда люди двух стран общаются и показывают друг другу самые хорошие свои работы искусств. Уважаемые дамы и господа, коллеги, сябры, я скажу коротко. Я не верю, что проходит это ваш проект, а то, что я называю законы, это все. Те народы, которые мают корни, а ты больше еще обойны, им многие годы сябровать и развиваться. Так что продолжились наши сябровские отношения, один одного положения, и всем здоровья. Владимир Петрович, у вас специально есть подарок? Да. Имя Белорусского Союза Мастерков, когда мы вообще создали наш музей, а он создан совершенно недавно, в 2010 году, и вот первую выставку, которую мы открыли на улице Инвестиционной, вот многие здесь присутствующие это знают, была выставка как раз-таки литовских фотохудожников. А вот, наверное, всем тоже вот знакомым литовским коллегам Ричардоса и Юрги Анусаускасов. И вот мы ее так торжественно тоже открывали, и вот буквально через некоторое время мы в этом уже новом, созданном нашими трудами, и управлением культурным министерством, и объектом, который курировал сам глава государства. То есть вот сегодня мы открываем наш такой прекрасный совместный проект. Ну и, безусловно, сотрудничество с галереей Щемелева, то есть у нас несколько вот уже галерей. Вот. И, безусловно, мы надеемся на наше такое очень плодотворное сотрудничество. Мне хочется представить, что это художник-сократ, который
которые литографии экспонируются там немножко на этой правой стороне, и наш тоже знаменитый живописец Александр Свобинов. Я просто можно еще добавлю, что этот человек делает пленэры, посвященные Сутину в Вильнюсе. Я узнала об этом не так давно, это было так странновато для меня, ну, в смысле, что я не знала этого, допустим, а это давний проект. Много коллегов. Да. И теперь, ну, как бы это тоже дополнительный какой-то вариант вот, контакта. Вот, пожалуйста, вот он здесь, говорите, общайтесь. Спасибо, соответственно. Я только пару слов скажу, что, скажем, я лично общаюсь с коллегами, астахами, с Брайана, с 97-го года. И очень рад этой дружбой, контактами. И я бы что хотел еще заметить, что не есть наши, скажем, отношения фрагментальные, они постоянные, насколько я помню. Очень неплохие представления белорусской живописи были объемные в той же самой галерее Арка, в Национальной филармонии, это чуть-чуть раньше, вот теперешний проект. Так что я думаю, это есть традиция, и я рад, что эта традиция просто она усиливает, если можно так сказать, и получает как бы новый уровень. А с другой стороны, я тоже очень рад видеть те изменения, которые происходят с вашей стороны, потому что изменения с 97-го года, скажем, по нынешнему году, во всех отношениях, они очень большие. И я думаю, что это, наверное, явно ваша заслуга тоже. И наших коллег. Господин Йонатан. И я рад, что люди культуры, художники, они такими, скажем, своими неформальными, может и официально не всегда видимыми связями, работой, этими воркшопами, пленерами, они установили, думаю, довольно тесную связь, которая уже натуральна. Это не из конъюнктурной.